Сообщение о том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак, многих удивило. Ведь еще на прошлой неделе он покинул больницу в Лондоне, куда он попал из-за доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В Букингемском дворце заявили, что онкологическое заболевание было обнаружено во время лечения. Но о какой форме рака идет речь, не уточняется. Сообщается, что решение обнародовать эту информацию было принято, чтобы предотвратить спекуляции и повысить осведомленность общества о раке. Жители Лондона и туристы единодушно желают королю скорейшего выздоровления. Я думаю, что он делает прекрасную работу, если честно. Я его большой поклонник. Конечно, любая семья хотела бы пройти через это частным образом. Но, будучи человеком, который так долго находится в поле зрения общественности, я уверен, что он осознает, насколько это свяжет его с другими людьми, другими семьями, которые проходят через это. Мне очень грустно это слышать, очень жаль. И я молюсь, чтобы он поправился, вылечился. Это действительно печальная новость для всего мира, не только для подданных Соединенного Королевства. Мы молимся за него. Я бы сказал ему, как говорил своей маме и брату, «Будь сильным». Букингемский дворец сообщил, что на время курса лечения король будет реже участвовать в публичных мероприятиях. Но он продолжит выполнять свою конституционную роль главы государства, заниматься государственными делами и оформлением документов.